Привет, друзья! С вами канал «Мир путешествий и отдыха» Вова и Катя. И мы сегодня с вами летим в очередное путешествие. Путешествие в самую сказочную, загадочную страну под названием... А в какую страну? Мы ждем от вас комментарии. Да, еще одна маленькая подсказка. Там всегда лето. И, ребята, от вас, конечно, ждем лайк, колокольчик и подписка. Колокольчик для того, чтобы не пропустить наше следующее видео в интересной стране. Вот мы уже и зарегистрировались, сдали багаж, паспортный контроль уже прошли и попали в зону duty free. Но чтобы нам прилететь в нашу сказочную страну, нам нужно сделать еще одну пересадку. Небольшую. Но это позже. Сейчас на данный момент мы вам покажем duty free. Что здесь есть и какие цены. А сейчас мы с вами пробежимся по ценам на духи. Красивая, да? Угу. Правда мне идет? Угу. Ну что, ты мне купишь такие? Конечно. Всего-то? Сейчас скажу. 161 евро. Что, тебе уже жалко или что? Угу. Купи мне что-нибудь. Еще какие-нибудь будешь мерить? Вот эти. Вот эти хочу тоже. Ячика. Вот эти хочу, посмотри. Что-то мне страшно им брать, прям руки трясутся. А эти за 250 евро. И хочу вам сказать, что ничего не изменилось абсолютно. Ребята, вот такие наши сувениры белорусские. 58, это комплект 58 евро. 9 евро, 9, 6. Комплект 65 евро. Но они выполнены из натурального материала. Ну, это лен. Это лен наш. Ну, и, возможно, ручная работа. Эти вот по 8, по 6. Ой, мне они нравятся. Смотри, какие они красивые, правда? Вот посмотри, какая это классная кукла. По-белорусски. Лялька. Кукла. Кукла сувенирная. Ну, кукла, вот такие лялька. Вот тарелочки. Цены уже на каждую не буду, оно видно. Да. Так. Вкусняшки. Шоколадочки вот такие. Дрожжи. 350. Это наша клюква. По-белорусски журавины. В сахарной пудре. 2 евро. И очень, кстати, вкусная штука. Счастливого нам полета. Да, еще надо показать, чем кормить нас будут, если будут кормить. Что-то взволнованно. Нет. Страшно. Это же уже не первый раз. На таком самолете именно эта линия первый раз. Это авиакомпания. Да, да.
Все будет хорошо. Но не скажу, какая. Так, друзья, принесли нам обед. И чем нас сегодня кормят? Это рис, говядина или курица, масло, колбаска, помидорки, арахис, хлеб, кекс. Также наливают вино белое или красное, сухое, чай, кофе. И большой плюс в самолете. Видите, между расстоянием между сиденьями очень большое. И комфортно себя чувствуешь. Классно можно посидеть, покушать. Как тебе? Котлетка такая вкусная вот эта. У Кати получается курица. Я взял говядину. Ну, приятного аппетита. Очередная наша подсказка вам. Куда мы летим? Пересадка у нас происходит в Узбекистане. Город Ташкент, где мы сейчас и находимся. Летели мы узбекскими авиалиниями. Что можно сказать по самолету, по комфорту? Ну, нам понравилось. Мне тогда... Да, очень понравилось, потому что, во-первых, мне понравилось, что расстояние между кресел были большие. Да, вот между сиденьями вот именно было много очень. Комфортно для, было. Да, для комфорта был. Для комфорта вам предлагали спиртные напитки, вино. Да. Сухое, белое, либо красное. И красное. Еще телевизор. Кстати, русскоговорящий. Какая-то там мелодрама шла, потом камеди какой-то. Ну, то есть перелет у нас прошел быстро, комфортно, мягкая посадка. Вообще, ну вот просто вот здорово. Питание тоже очень вкусное. Ну, да, 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 еда ну, очень вкусная. Так что узбекские авиалинии не подвели, нам понравились. И интересно, куда же мы все-таки летим? Да, кстати, ребята, оставьте свои комментарии с той стороны, куда мы летим. И от вас, конечно, лайк, колокольчик и подписка. Получается целый набор 24. Полки 650 грамм, 24 евро. Такой вот салатница, да? Салатница. Так, конфетки. Сникерсы. 7 евро. 7 евро. Ну, я не знаю, сколько здесь грамм. Наверное, 100. Да, 100 грамм, 7 евро такие. А мы с вами находимся в Duty Free, города Ташкента, Узбекистан. 8 евро. А что мне взять такого сметика? А что я хочу вкусненько? Вот побольше 16, они, наверное, грамм зависят, да? 16 евро, это 100, уже полкилограмма. Полкилограмма. Литр водки 18,5. 20. А здесь уже литр 75 в Финляндии. Так, абсолют литр 23 евро. А что это такое? Это образцы кожи. Это аппарат, который делается с помощью вот таких пленок. Оно выдавливается. А, он отжим делает. Да. Ну, я понял. Это вот такая вот получается. Да, вроде, да? С надписью. А это просто получается образцы, да, кожи. Да, образцы. Мы сейчас практикуем. Еще его не пустили. Так что, друзья, в аэропорту Узбекистана, Ташкент, можно приобрести вот такие кожаные изделия. Так, кошельки, портмоне. Ну и также дамские сумочки. Бренд. А скажите, как он правильно называется, сам бренд? Black Oil. Черная перепелка.
черная перепелка. Вот и история нашего. Узбекистанский аэропорт, он сам по себе небольшой. Вот он уже и как бы и закончился. Небольшой дьюти-фри, ну и вот такая вот как бы кафешка. Можно будет перекусить. Так, здесь получается сладости. Вверху сладости, а уже внизу пошли обычные просто. Для Кати, для Кати рай, да? Ну, если плюшки. Честно, рая никакого нет, я тебе хочу сказать. Ну, выбор небольшой, но перекусить есть. А и мороженое есть. Шурпа. Там еще, ребята, в аэропорту Ташкента есть такой бизнес-кафе, где вы можете заплатить $35 человека и кушать сколько хочешь от пуза 4 часа. Все напитки, все плюшки. Так что вот орешки, орешки. Так что вот такое вот кафе еще одно у нас. На этом будем, ребята, заканчивать наше видео. Вас обязательно лайк, подписка. Ну и, естественно же, оставляйте комментарий, куда же мы все-таки полетим, ну куда, какая это сказочная, загадочная такая страна. И чтобы узнать об этом, не забывайте про колокольчик. Ну и встретимся в стране, где всегда лето. В стране чудес.